Главные атрибуты Нового года – это прежде всего Дед Мороз, Снегурочка, елка, салют. И сотрудники полиции, которые охраняют общественный порядок. Конечно, для создания праздничной атмосферы черные бушлаты не вяжутся. Однако на самом деле именно такой элемент строгости и порядка они и создают. Не допускают пьяных, предотвращают правонарушения. В этом году массовых мероприятий пусть не ожидается, но охранять рязанцев все равно будут. Как до Нового года, так и во время. Однако осуществление охраны общественного порядка на улицах и площадях наших городов будет осуществляться в плановом порядке, с приближением, конечно, нарядов к местам возможного скопления населения, которые придут посмотреть на новогодний салют либо праздничные новогодние елки. Для полицейских, которые выйдут на работу в праздники, проведут дополнительные инструктажи. Всех секретов, конечно, стражи порядка не раскрывают, но дополнительные меры усиления общественного порядка они точно примут. И если вдруг в празднике вы станете свидетелем противоправного деяния, то лучше сразу обратиться к людям в погонах и даже не пробуйте решить проблему сами. Если вы стали свидетелем совершения какого-либо противоправного деяния на улице либо в ином общественном месте, конечно, ввязываться самому не стоит. Нужно обратиться к ближайшему сотруднику полиции или позвонить в экстренные службы. Приедут сотрудники полиции, примут уже законные, обоснованные правовые меры по предупреждению, пресечению, недопущению нарушения общественного порядка. Рязанцев же и гостей города сотрудники полиции просят быть аккуратнее в новогодние праздники. И тогда торжества пройдут хорошо как для горожан, так и для полиции. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».